Слушайте, пацаны, а вам повестка может прийти? Старому нет, да? Почему нет? А за 42? За что? Долг бы родине отдавать, но за что? Это, наверное, третья, четвертая волна какая-нибудь. Ну, 25-я. Да нет, сейчас вообще, говорят, с повестки многим приходят. Ты пойдешь, если придет тебе повестка? Ну а что, у меня есть другой выбор? Ну да, да, что-то будешь делать. Ну то есть уклоняться не будет? Либо убегать куда-то. Ну, я пока не знаю, как бы, что я могу ответить. А ты что будешь делать? Меня единственное, что меня пугает, если, то есть меня на самом деле, то есть меня не пугают повестки, еще что-то. Меня пугает то, что Яна останется одна, а у нас, у меня, чтобы ты понимал, три ипотеки. Да, ребенок. Я не справлюсь с тремя ипотеками, я точно не справлюсь. У меня 500 тысяч ипотеки только, понимаешь, каждый месяц, поэтому... Ребят, никто не хочет помочь, три ипотеки сейчас. Тогда одному уже, да? То есть меня этот вопрос волнует. Но вообще, конечно, ситуация такая неприятная. Нет, он на самом деле, у него до сих пор обижен на Артема. Яночка очень милая, 0% пафоса. Потому что когда я была в Сочи, Артем, у меня недели не было, представляешь, Артем меня даже не встретил. С аэропорта. Ну зато да. У Свята Ковалека вот так вот выросли просмотры в их интервью. Он говорил, вот зато, так вот. Что-то зато происходит. Нет, он меня не встретил с ребенком, я еще была с двумя сумками. И знаешь, что он делал? Ян, да сколько можно? Он платит ипотеку. Что тебе? А знаешь, что мне говорит, как они называют? Арбузер. Абьюзер. Абьюзер, блядь, сейчас модное слово. Все девчонки это говорят. На твой вопрос, пойду ли я, если мне придет поездка? Нет, я спросил, что ты будешь делать? Ты знаешь? Это тот самый случай, когда я впервые рад, что у меня нет гражданства. Нет до сих пор? Я же его так и не получил. Прикинь. То есть тебя точно не затащат? Ну, по идее, да, но мало ли как будет изменяться ситуация. Потом может, знаешь, две руки, две ноги идти, блядь.